belt. Shipping 3, the 1. Жгу. Косты почему не сбиваете? Заливаем портал. Кабается, прохилим. Что так долго заливаем? Две бабы, вот, пожалуйста, да, согласен сейчас. Бейте баб. Кливайте босса заодно. Монки прохилим. Терри побежал. Монки прохилим. Все, босса, босса, бабу докливайте уже. Все. Скоро будут големы. Готовимся. Поехали. Блять, у меня КД 2 минуты, блять, господа. Ничего страшного, заливаем. Массакру нажал. Монки надо прохилить. Заливать, я мне некогда метки ставить, поэтому сами заливайте. Ручки. Хожу во сне, побежал. Посмотрите на боссе. Хожу во сне. Инфернала последнего забивайте. Сейчас не прожимал, да, кабаец? Прохилил. Не прожимал? Прожимал. Хорошо, дай ауру. Кистаки, стаки, стаки. Снимай, снимай, снимай. Дай ауру гангрене. Гангрен забирай. Уже. Все, гангрен забирай, прожмешь мастер ауру. Скажешь, когда. Когда големы вылезут и начнут его ешать. Хуево разлил, но мне похуй. Нормально разлил. Заливаем портал быстрее. Секунд, Галина. Отлично, одна вышла. Давай бабу зальем. Ага, видишь. Блять. Блять, КД. Заебал ты меня. Так и ебаный. Да, гангрену. Гангрену прохилить надо. Заливайте быстрее бабу. Все, дальше кливайте ее. Просто кливайте, она умрет. Что, давать БЛ на големов, нет? Да. Да, да. Это вообще будет охуенно. У меня прожима, потому что нет. Будем хотеть. Кто на костах сидит? Жбук, ты не светишься. Монки прохилим. Просто зеленку прожимаешь на землю. Холи побежал. Ебать, как больно. Готовимся, сейчас инферналы будут. Вулкан заливаем. Геру давай. Прожимайтесь на всю защиту, что у вас есть. Еще нету. Нихуя. Массакру нажал. Ох, ебать. Блядь, стаки, стаки, стаки. Он еще кого-то сваншотает. Бля. Заливаем оставшиеся. Local man на тебе лужа. Полтора ляма добить. Не проблема. Добейте голема. Бля, не прохили, наверное. Я хожу, с ней ручки отдам. Давай, скидывай. 26 кап прилетело, бля. Кабается, дай в анхоле, если что, ручки, если вдруг у него... стаки, 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 быстрее, 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 стаки! Все, добиваем. Просто добиваем. Ля мана села, сука. Банку выпей. Фласку выпей. Ну, монки побежал. Оху, прохиливаем быстро, хожу во сне всей тут пачкой. Оу, май. Что за пот? Где шмотки на танках? Хуета ты подзалупная. Рольки, выкройку надо кому? Полупрофа есть. Тебе типа не надо? У меня уже выучен, я не буду забирать у людей. Понял. Хуя колечко болит нормально. О, блядь. О, сферу рольки. Где шмотки на танков?
Кабаев заебал. Падла Паладиновского. Я говорил, Саня, блядь, я 79-го. Наручи рольть. Надо кому? Тебе не нужны? Можно, но в спек. Сука. Лечка сейчас такое просто один дауна забирает, монки чисто. Надо? Монки тебе надо? Полкости оно. А, ладно. Забирай. Нет, 100% забирает монки. Все, ты одну шмотку полутал и все. Так, отходите, чемпов вызову. Перекурить, может, 3 минуты, нет? Да пока перекурите, кто что знает. Сейчас пока вызову, пока выйдут, курите. Заебись, пойду. Меня, да, хуже, но у меня в банке, блядь, лежат, не помню. Если ты меня засумонишь, я точно тебе скажу, хуже у меня или лучше. Сейчас гляну. А можете ли меня тоже сумонуть, или вы не будете сумонить? Да, засумоним, засумоним. Я тогда этих хастопотов куплю. Почему на танке ничего не падает? Блядь, не беси. Потому что... Что вас мало, а нас много. Почему каждый пул, блядь, 25-ки боли не падает? Ой, блядь, ебаные наручи. Я что, с собой, блядь, ношу, и даун не заметил. А вот они, туплю. Я, получается, спекаю? Ну, с дыркой лучше, конечно. Да, конечно, с дыркой лучше, там... Без вариантов. Тоже меткость, но чуть-чуть поменьше статов, дырка все восполнит. А что, с 25-ка фулл гильдейская или не фулл? Ну, в прошлый раз, первый раз фулл гильдейская. О, заебись. Вчера фулл гильда была. Обычно не приходит. А засуманьте меня, пожалуйста. Все нахуй. Кстати, намного легче прошли, чем с пугами. Да потому что есть люди одеты у нас. Просто... Да, еще бану бы не ебланили. Ну да. Саня, ты видал ДПС на выходе? А что, вы ИК тоже закрыли, да? Да, мы все закрыли. У меня из незакрытого только ОНИ 10 и ИК 10. Я нет, а слева. Так, что там вышло? Что ты там? Рекута я не купил. Воин. Сука, есть? Да есть же шкаф, не купи. Тебе на хосту надо или на что? Да я потратил уже, блядь, ДПС. Ебаная. Да, я купил один. И тебе вон этот, блядь. У меня есть один штук. Редар. Бафов. Ой, в смысле, в почте. Что, я спекаю? Там шакул только один. Блядь, же почта. Блядь, ну так... Там ретрик еще. Да я вижу. Там, ты просто, блядь, они здесь не агрятся. Я то знаю. Есть, тыкал, вообще похуй. Но ты хорош тем, что ты много контроля, поэтому лучше спекнись. Я тебе... могу подрез сухожилия делать. У тебя, блядь, два стана, у тебя подрезание, у тебя, ну, много чего. Бдилка там тоже снижает агрос на ком-то, наверное. Ну, я тогда с пугами ходил, я подрез сухожилия юзал, и тупо не мог добежать шакул до кого-либо. Так, все, ты спекался, да? Тогда на тебе пау, Мейтнери. Валер, ты тут? Он отошел. Я понял. Короче, ты пала держишь, Валера Вара. Заливаем сначала лока. Тряпка тоже с пэтом. Потом только... Кирилл, что ли, маленький, блядь. Вот. Потом. Бля, ну посмотрим, что по меликам должны. Я сейчас куплю колечко с тринькой на следующей неделе, и все. И бесед все будет. Все, ждем. По дороге буду менять цели, если что, кого... Что бить? Колечко и три, и все, я тебе говорю, нормально. Какой у тебя гир? А у меня какой был, такой остался, 35. Я тут. Какой был, таким и остался. Валера тут? Да, я тут воин. Короче, тебе нужно будет максимально как-то воина держать. Одевай свой щит вонючий. А поможет он тут в ВВК? Кто не знает щит? То, что я меняю на лоу-левел. Ну, одень, хуже не станет явно. Типа, у них вот. Три параметра. Это расстояние, ХП, количество игрока и количество брони.
Понятно. Ну там, блядь, я вот хуй знаю, может, там полуретриком какие-нибудь спекнешься, покаяние хоть давать будешь, что-то, блядь, что ты больше, у тебя кроме стороны. Я разваливаться буду еще быстрее. Да. Ну, тебя никто не будет. Тут их только кайтить, тут больше ничего с миликами не сделать, только на оповах кайтить. Ну давай полуретрик сделаю. У нас есть шаман с тотемом замедления. Понятно, сейчас все распределим. Все, получается, вы сидите на своих, если что, там посвечимся, побьем миликов. Но изначально нужно лока по-любому залить. Куча фигур. По контролям. Хожу во сне. Тебе нужно будет всегда кидать контроль в жреца. Это вот всегда жабку вкидываешь. Также тотем замедления всегда под себя следит за ним. И тотем, который съедает заклинания, тоже ставь его по КД. Не забывай, это очень важно. И... Ладно, поди спойлю сам. Монки. Тебе нужно будет кидать трапу, которая замедляет. Видел миликов в рейде, кинул трапу замедляющую. Все. Больше ничего от тебя такого не надо особо. Что-то контроля у нас ебать вообще нет почти нихуя. Local man. Тебе нужно будет поконтролить шамана Самула. И масферы покидать на подходящих миликов. Вот, кабаец, кидай покаяние на ханта, пока мы его не бьем. Старайтесь массовые вообще не бить, чтобы не сбивать контроль. Да не, не надо ради одного стана, он там много чего не сделает. Вот, что, блядь, еще у нас есть? Да больше нихуя, короче, у нас нет. Да, он в танке больше контроля выдаст, там ДПС сильно не пробавится будет с ДДшником, а вот контроль вообще заебись будет. Вот, так, по притяжкам. Сначала притягиваешь бух, потом притягивает анхоли. Метку сейчас поставлю, где мы стоим. Мы стоим в красной метке. Никто никуда не бегает, сюда это все дотянется. По КД бег, выбегаете ДК, обратно притягивается. Сейчас ушел моб, которого мы бьем. Геру сейчас подождем 2 минуты, сразу ее ткнем. Все прожимочки отдадим, забурстим первого моба. Будет вообще отлично. Я получил такая. Влетаю... Перебивать, жму покаяние, Жень. Вот это вот обязательно, тебе нельзя забыть, иначе тебе пизда. Хорошо, вначале выпьем. Ну, блядь, и смотрите, милики на вас сели, вы сразу же бегаете, кайтите, не бьете, не надо ДПС, вы не внесете мега много, лучше вы выживете и на себя мобы заберете. Он по-любому будет сидеть на тряпках, на мне, например. Я фир сдам, все, я дальше бесполезен, меня нужно будет сейвить. Диспелить тех, кто рядом со мной сбивает стан, ой, кидывает стан и так далее. Вот, то есть друг друга максимально... По поводу фласок, потому что осталось 4 минуты до конца фласки, что перепивать на СПД или на сапрот? На сапрот только окончается, уже перепивайте. Ага, хорошо. Мне на ХП пить? На сапрот. Чё? Я, получается, влетаю в палас покаяния, и таун чувара, и пытаюсь уйти, правильно? Вара, его вар. Ой, ты влетаешь вара. Ну, я говорю, я покаяние палу дам. Зачем? Паладина контролит вара. Я же спекнулся в этого специально. Да на тебе не удержится моб, ты покаянием, потом выйдет с покаяния, переагришь, а там своего поддержит Мэтнери. Ну, если, ну, блядь, ну хорошо. Когда печать на хил возьму. Так, что там? По на АФК, по бафам посмотрите. Готовьте боку, всякую хуйню, все нужно будет скидывать. Так, ну все, все готовы. Сетап нормальный, можно убивать. Давай отсчет, Валера, кто будешь готов, и поехали. Бля, а ты можешь сам дать мне в этом билде, он не вынесет. Сейчас я тебе дам щит хотя бы. Давай. Ну, ты по-любому в рейд побежишь, они все к нам прибегут, я, блядь, уверен. Поехали, считай. Я раскидал. Чё, блядь. Макрос. Нет у меня здесь. Жбук, готовься. Бля, нажимаю. Ты чё здесь делаешь? А, ты залетаешь? Жбук, готовься, бегите. Ты зачем? Ну я же сказал. Поехали, брат. Касты не забываем. Мэтнери там что-то разваливается, под баблом его прохилишь? А, все, понял. Забыли. Притягивайте обратно, как откатится. Да, можешь тебе бежать, похуй. Кабаец разваливаешься. Блять, нечем сейчас.
Все, пизда пошла. Посты не забываем бить. Потом в крест сразу. От миликов бегаем, от миликов бегаем. Ебать, кабается, развалила. Добивайте скорее. Пиздец, нет. Крест, крест, поехали. Гангрена умер. Я тоже сумру, мне стан дали. Пока я не дал вару. Блять, сука, что-то я сам проебланил. Что Мэтнерия сложила просто моментально. А ты с говно щитом, да, был Мэтнерия? Да. А тут я не вижу смысла. Зачем, да, если говорят, что, блядь, похуй. Да не, вару точно нужно надеть нормальный щит. Не, это вообще бессмысленно, ну, надевать говнястые щиты, и мне тоже в любом случае не сорвутся. Но они на вас не реагируют. Если никак, типа вы на противоположной, да, стороне комнаты будете стоять, они хуй когда сорвутся. Ну вот в том и суть, что на в противоположной стороне. До танков. Нам нужно от них будет хила отправлять. Я предлагаю сделать проще. Мейтнери остается с вами. Я здесь один. Гангрена меня прохилит. Мне проще держать в одного. Гангрена как будет стоять тебя хилить? Частичкой. Ну, и так, так ему метров нужно доставать меня, так он может прохилить себя через пол карты. Да, 50 метров. Ну и вара, ну, конечно, лучше в ДД. Да нет, так и он вара даст и АОЕ стан, и точечный стан, и сдиспелит, и каст собьет. А, ну да, может. Чем может один милишник выйдет, и вообще пизда. Причем Мейтнери мне подговнил, я же говорю, я влечу с покаяния в паладина, и ты прям в него чардж. Так, рыбу ставлю. Кушайте рыбу. Видишь, что вас бить начали? Даже если вы милик на ногу, сразу на ногу. Или вы умрете, вас никакой хил не прохилит. Мы какое-то время поддержим, и все. Матлок. Ну что, из миликов только пал. Нет. Ну ебать. Ну, блять, тогда, Валера, хватаешь палы и держишь ебенях, а Мейтнери я тебе дам кого контролить. Вот. Локалмен, контролишь дерево. Хожу во сне, кидаешь магу. Нет, нет, давай ШП, ШП кидаешь, контроль. Вот. Заливаем лока. Потом мага. Ну, кто же там ебурит, пиздец. Маг тебе раздавать будет. Да, да. Проклятие косноязычия у лока кидается на несколько целей, может висеть одновременно. Можно на кастерах кидать и на хила. Я сижу в танке же, да? Да, ты в танке, но тебе нужно будет посидеть на маге, пока мы его не бьем, побить ему косты, подавать стан, каст. Все, то есть, чтобы он вообще не кастовал. Вот, потом, когда мы переключимся на мага, можешь сесть на шамана. Я, Анхоли, ты на ту сторону. Баф, пристабаф свой дай, я его уведу вот в красную метку своего паладина, постараюсь. Вы стоите максимально далеко. Подходите, ну, давайте, сюда, да. Если он сорвется с меня, вам пизда. К распределителю идем. Ну тут просто лок, там же в той жопе. Так, я прожмусь, проживу. Долго достаточно. Ты на красной джаге можешь кайтить любых миликов. Все три паладина могут на красной джаге кайтить. Красная она 50% замедляет. Она не позволяет бежать быстрее скорости, ну, это ускорение, грубо говоря. Но она, по-моему, 50% дает, нет? Нет, нет, ничего такого. Нельзя просто ускориться больше стандартной скорости, она ограничивает скорость передвижения. А, мне казалось, замедляет. Бук все поел, на готовность, смотрите. Ну, гангрена осторожно, тогда хит через частицу. Монки. А, да, не увидел, сори. Так, сейчас щиты раскидаю. Я старта-то это вынес. Ты нашел там свой пул? Да, да. Запускай. Играем в череп. Ждем, никто никуда не бежит, также жбук первый, Анхоли второй. Все, ждем. Бежишь, бух, беги, вытягивай. Я прожался. Холи, вытягивай еще ближе. Ну все, бейте здесь. Давай, Кера, отлично. Блять, стан.
Ох, прохилимся как-нибудь. Ох, ебать меня, просто я не знаю. Блять, вынес блять. Маг. Мага, контроль Метнери? Ну чё за хуйня? Ну так я контролю его, он улетел. Ну так у тебя же есть рывок. Лера, сейчас умрёшь. Всё, играйте в крест, поехали. Косты ему старайтесь добить. Не забываем масферы там. Замедление, трапы, трапы тут нет никакой пользы. Вот тогда лучше за замораживающую вкиды в конец тени-нибудь монки. Отлично вообще. Масса. Не юзайте, гангрена почти надо. Я вы мор жмете. А я так же буху, это не ко мне. Вытягивайте, отходите притягивать, терраторг еще раз. Гангрена. Еще если есть притяжка, относите его. Меня прям вливаться пошли. Нет, вот 10 секунд. Заливайте тогда. Как только откатывается, отбегайте на дощечки, вытягивайте. Черви ебаные. Потом я поставил череп, чтобы сыграть. Ну, все, меня слетело. Гриб в бабу. Ну, тогда замедление, контроль какой-то пытайся давать. Максимально. Тогда замедление кидай, монки. Кабас, сейчас умрешь, кабас, прожмись. Все, прожился. Потом в череп играйте в ШП. Отлично, все, в ШП играйте. По контроль Самула вар. Матнери побегал за Смула, позбиваем косты. Без проблем. Кинул. Да. Хожу во сне по дисплей хилки с основной цели. Буду тебе говорить еще. Каст. Ну, бейте, каст, сбивайте основной цели. Че смотрите? Алло, убил. Нету диспейла, терпите. Хилку, диспел. Две, отлично. Кабаец, прожми, там бабл, что-то еще тебя играют. Сейчас умрет. А, гангрена меня, пожалуйста. Гангрена вообще герой. Superhero. Потом сам в крест играем. Сам... Ой, блядь, в квадрат играем. Мэтнери, можешь идти помочь Валерии поконтролить паладина. Не надо, пусть там у вас стоит, сбивает. Все. Смотри, тогда сам. Хороший стап получился, потому что тряпок много разъебали быстренько. Ну, заебись еще, когда друид. Да, по контролю дополнительно. Все, друля, бейте. Блять, красава, гангрена, чё. Я опять фласку забыл выпить, ебаный урод. Ты опять без лута? Нет, обычно-то я выпил, я забыл на броню выпить. У меня маг, блять, скастовался, и все, я сразу отвалился. Вот, я вот даю красную джагу, он никак, видишь, за мной бегает тютя в тютю. Бля, ебать, он крылышки включил, отъебись от меня. Сука, стандал. О, спасибо. Паладин ведет паладина. А, все, вы уже вся. Угу, так, в принципе, ты немного. У нас просто контроля в рейде на самом деле мало. Сложно законтролить все. Холли танкует. Вообще изи. Я такой пиу, мазафака. Чисто Рэл, ну, умер, ну бас. Бля, бубли, вар, бубли сбей, вар. Яс, у меня маны не хватает. Маны? Хуя. А слушай, а ты хорош. А как ты хватает? Вас бил под конец каста. Я думал. 5 не бафнули, что ли, вару? Как-то? Мне МП 5 не дали. ДК бафуют, а вару не бафнули. Лезьте меня, пожалуйста. Мне МП 5 не дали. Как так? Да. А чё всё? Всё, два лута, всё? Три. Ну пизда. Не, ну нормально, но со всех боссов так падает. Там на танков мусор падает с этого босса. Ролите сферу, на танков сфера выпала. А где, блядь, трофеи нахуй, а? О, моя. Я как раз голду на эридарку потратил. Ой, блядь, ханк тебе надо? Валера, займи. Нет, минус. Может, кому-то там что-то на какие-нибудь офспеки, я хуй знаю. Давай на НХ. Ничего не надо. Вон на этому шаману. Давай на НХ хожу во сне, да? Ролить надо или ничего?
Да. Живости надо тебе, да? Давай, конечно, что-то пригодится. Ну-ка, Санч, смотри, оп. Блядь, еще страшнее стал. Тапки рольте. Блядь, что у меня за тапки там? У вас всего можно тапки? На оф? Не, на мне тапки. Ну, блядь, даже не знаю, нахуй они мне нужны. Ну, тем более, я их не сролил. Да нет, сам видел. У меня они опять с меткостью. У меня перекап ебаная меткость. Там даже если не докап будет наруч, одену, опять будет перекап ебаный. Ну, отходите, сейчас будет ебля жесткая. Матнери, оставайся в танке, будешь сферы ловить. Не, мне наруч нужны они боты. Они там палачи будут. Берите белую сферу, пейте сапроты. Выпей-то уже. Все я пьют. Тоже на сапроте. Да, да. Тут, блядь, вообще мастхав сапрот. Так, барабаны я прожал. Рыбу на себя ставить не буду. Баф скину. Метки я сейчас расставлю. Вот бы ботинки выпали. Блядь, сейчас его отпишу. Да еще убить надо. Но в прошлый раз забагался просто босс. Поэтому убили. А так ебались очень долго. Пули на десятом. Мы с трех троих убили. Пета, вытащи. Сфера в одну сторону летали. Застрала, астрал, астрал, астрал. Пета, астрал. Local man. Да. Пета, вытащи из астрала. Демонский пет разве не больше даст? Он отошел, Валера. Чат почти. Мейтнери, ты черную берешь. У тебя всегда должна быть такая же, как и у Монкриакрака. Затупил. Твоя задача, грубо говоря, вы распределитесь. Ты вот примерно с этой стороны рейда, то есть, ну, относительно вот сейчас слева. Ну, сбоку. Монки справа, да. Вы ловите все черные сферы, белые пропускаете в рейд. Ок. Важно тоже не ловить белые. Если вы будете ловить белые, они вас, во-первых, будут дамажить, во-вторых, не давать баф рейду на урон и скорость бега. Вот, то есть только черные стараться ловить. Потом, когда будет смена цвета, допустим, они начали там кастовать урон белый от белой магии. Не нужно менять цвет на белый, чтобы полутайте урон, мы вас прохилим, все вот будет. Потом они там прокастовались, все дела, дальше. Ты можешь глухую прожимать, если будет вихрь именно по урону. Да, ты глухую, а я зубы ханта. А что ты веришь в то, что это магия света, что ли? Ну, это магия света. Там огонь, урон от огня идет. Написано магия света, а урон от школы огня. Всегда была магия света. Урон от школы огня. А магия света это в описании способности. Это написано же. Вот он пропишет на способности. Оно написано на способности, а школа огня урон все равно. В логах всегда будет школа огня. И даже в гайдах всех всегда эта школа огня была даже на уровне. Какая разница тогда, в принципе? Просто ауру от огня ставить, и это минус 13% урона. Плохо. Так, ладно. По-любому ее кто-то будет ставить ауру. Ну, темная вот. Магия не бессмысленно у нас приз дает. Поменяйте на так. Так мастер ауру я дам. Так а огонь возьмите тогда, если мастер аур. Один все равно огонь, второй и тьму. Вставайте в метку, локалмен, белую. Обновите мне по пету каску. А он в астрале был, я вот кричал, орал, а ты отошел. Так, что я забыл? Я ничего не забыл, вроде как. Я уже бафнул. Сейчас я грудак себе намажу. Намажьте, у кого грудак кончился, по-любому он закончится. Где он? У меня тоже закончится. Намажьте мне. Все, пушка, ракета, бомба. Давай, Валера, отсчет. И поехали. Я буду говорить, что на чем меняем. Аня, почему хожу во сне полностью? Что во сне? Возьми белую, сбегай, я не знаю, что ты думаешь, у тебя толку нету сейчас. Блять, почему он переагривает исключительно? Не я не могу ничего сделать, а тупо он все агро срывает. Он, блядь, 16 тысяч урона въебал, потому что... Ой, 16. Он на первом мерсе был.
Не знаю, не спрашиваю. Я останусь, только подхилить сразу. Блять. Свет. Ничего не меняем. Ничего глухую не... прожал. Монки стягиваю. Дайте хилку. Отку какую-нибудь. Все. Тебя прохилят, не переживай, ты главное лови. Монки сейчас сорвешь вторую. Ага. И не стесняйся напуливай. Было супер комбо, блять. Я больше так не буду. Тебя больше не получится. Ой, блять. Возьмите темную, возьмите темную, возьмите темную. Домажьте светлую. Сейчас закончился касса, взяли светлую. Кто эти? Имеется в виду, которые бегают, собирают. Валя, вот уже... давайте. Забрал. Нет. Я взял. Все, пробежали. Побежали. Перебежали, там цвет поменяли, те, кто сферу собирали. Они уже. Встаньте в метке, обязательно. Монки с той стороны, вар с этой. Все, отлично. Пину главное ловите, которые летят сзади, от них самое важное. Они появляются прям там. Вот, пину сейчас летит. Бля, кабаешь жизнь. Заебись, бьем, 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 бьем. Ну, а чё мы щит не можем пробить? Сбей. Да. Наконец-то, что-то очень, да, очень долго. Очень сложно. Прям хорошо сферу ловить, молодцы. На защиту не забывайте тыкать, если есть у вас. Сейчас спецспособность будет, готовимся. Поменяли цвет, поменяли белый. Взяли, бьем темную. Быстрее, быстрее, быстрее. Все прожимочки отдали на урон. Максимум урона вкидывай. Быстрее. Амхоли собьешь? Сбивай, сбивай. Отлично. Ты что, побежали? Да. Побежали. Цвет поменяйте, те, кто собирает сферы. Ой, я баф наконец-то полутал. Встаньте ровно в метку. Отлично. Что, я не туда побежал, что ли? У нас, блядь, прилетела черная, смотрите внимательнее. Давайте еще раз спецспособность будет. Бьем, бьем, бьем ее. Бейте, 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 бейте. Валера, есть он сбить? Есть. Собьешь, значит. Все не... добиваем полтора ляма. Да, добивайте. Это нормально? Бля, в девятером нахуй. Что за хуйня? Еще и с первой попытки. В прошлый раз мы... Сейчас попадем, подожди. Ну, либо собирали сферы хорошо, либо их поднимали. Бля! Не выпали тапки. Бля, ну мытнери, ты сам понимаешь. Так, надо, надо делиться. Первый рыцарь. Изи! Второй раз он сотка кидает за рейд. Ну имеется в виду, за предыдущий кидал. Отдай свои эти старые ботинки. Да я бы рад, но я не могу. Кройте ботинки тканевые. Надо тебе луклман. Бля, тебя даже хуй знает. Бенахила не надо? Мне тоже, в принципе, мне нужны, да. Меня хуже, тоже с духом, только хуже. Мне кажется, мы опять сейчас багнули эту хуйню. Постоянного урона не было. Дамажило нормально. Не, просто щиты выдерживали. Вы ловили все сферы вдвоем, а щиты держали именно урон. Это хуй. Так, кузнечку рольте. Кого есть? Анхолин, сука, это мой лучший был ролл, сейчас хуя не тапки. Ничего, я охуенно, кстати. Ты сейчас тапки сролишь 100%. Да хуй там плавал, щит ты у меня спиздил, тапки сейчас тоже спиздишь. Ладно, давайте тапки я возьму. Забей. Ладно, ладно, забирай. Изи, изи. Чем мы говорим?
Ну ладно, хуй я когда-нибудь один. Следующие твои, как и щит. Отойду на 2 минуты. Да, да. Когда-нибудь у меня и левел вообще не двигается. Просто. Я хожу в рейды за спасибо. Мы договаривались, что следующий щит твой. О, 238. Я тебе тринь-код дам, если выпадет с Ика 25-ки. Ага, им нужна. Но она не выпадет. Как и выбор, блядь. Ну, выбор уже второй раз упал, блядь. Так, а мы сколько уже ходили? Похуй. Сейчас на шамана щит упадет, чего это, блядь. Да мы не убьем, а ну, бачок. Ага. Не, прям с варками что-то хорошо, прям разъедет. У вас хватает ДПСа на нуба. Мастерство дает. Мастерство что дает? То мастерство дает. А, это еще не камень купил. Сколько это? Я думал, уже нихуя себе ты вопросы задаешь. Ну, у меня 40 мастерства почему-то. Было 38. Не знаю, что ты въебал. Ну, вроде камень вставил. Ну, сейчас металлите надо будет собирать мобов, сводить их, но не давать им стан. Тебе нужно стан давать только в каст. Каст будет достаточно быстрый, поэтому смотри, реагируй. Не будет удар. Обязательно блок щитом, когда оба тебя начнут бить, блок щитом. В прошлый раз, когда мы до фазы довели, мне кажется, хилы не были готовы к урону большому. Может быть, когда каст, когда начнется эта фаза, надо масс сокру дать, чтобы хилы как-то... Я ее всегда даю, когда... Да, но у нас и саппортов тогда не было, но не пили. Ну тогда пиздец урон сильный был, я думаю, саппорту не было либо особо. Шаман тотем поставит, как бы... Я массакру всегда даю на третьей фазе. Ну, имеется в виду, если у меня есть чем стягивать. Просто если я массакру без 50 на 50 дам, то она быстро закончится. Шану, ну сколько? Ну процентов 10 дает, я думаю, фласка саппорта. Больше? Ну тогда прям супер много урона было. Прям... А, я же сейчас... Я же сейчас Эридар, у меня же 189 резиста. Нихуя себе. Машина, ёпта, машина. Может, блядь, здесь лучше хожу во сне спекнуть хила? Типа, ну от меня пользы не так уж и много. Да, ладно, на последней фазе. Ну да, но я и хилить буду просто шипешкой. Алло, алло, меня слышно? Слышно. Как ты думаешь? Я тут сам с собой разговариваю, походу, минут 20, блядь. Тебя перебивали, я тебе поэтому говорю, что тебя не слышат. Тебя перебивали. Есть запись стрима Экзалта, да, фича. Подожди, может быть что-то дельное? Ну, что да, там? Понятно. Что то, блок. Что он стоял, фулл блок, ну это понятно, это баян. Доисторический. А, понятно, понятно. Это надо ебануться, сколько собрать блока. Авойденса, это мы сейчас не готовы столько собрать. Даже если я полностью перебьюсь фулл блок, мне не хватит авойденса, чтобы держать их в одного. Ну я смотрел его, да, он фулл. Но опять же, кое-что за. Скажу во сне, какой у тебя левел на хиле? 220, там 6, 228, наверное. Маловато, конечно. Давай так пить. Пробуем. Монки еще не забывай, такая тема, то что там 25-ка была. В десятке ты такой почему не провернешь? Потому что, скорее всего, на танка, который будет стоять держать мобов, рано или поздно. А, закопка пойдет. Так, ставлю рыбу. Шаман. Лимон, есть у кого-нибудь? Есть джифс какой-нибудь. 7%, блять. Десятки такое. Ну, проканает, но шансов на то, что. Так, ну короче, смотрите, будет выходить мобы. Матнери, тебе надо обоих ловить. То есть, сразу как только начинаешь получать плюхи, ставь блок щитом, чтобы на тебя не успели они настакать. Если они успеют настакать, они начнут его пробивать. А пока блок действует, тебе урон вообще не будет наноситься. Вот, собрал, мастан не сдаешь, ждешь там. Могут другие палы скинуть мастан, ничего страшного. Главное, тебе нужно будет прерывать каст двоих мобов. Они друг друга ускоряют на 100%, поэтому очень быстрый каст будет. А там тайминги, наверное, покажет этот, блядь. ДБ? Да, я попробую сказать, не покажет, значит, на реакции тыкай. Вот, сейчас поставлю метки. Ой, вот не поставлю, кованая залупа, блядь. Слышишь, Женя, у меня 233. Да, есть. Пока так, попробуй вместе, что спекнешься. Ага. Сейчас я переоделась, только не пуляйте, подождите. Да, никто не пуляет. Ты что, можно кикнуть, добрать нормального хила? Ой, блядь, рот закрой, сейчас обосрался.
Я так и не понял, почему хожу во сне, ты так просто согрил нахуй просто. Да он задамажил больше всех просто. Я таунчу. Так, подожди, понимаешь? Монкин меня напулил вторую, первую я, ебать, забурстился. Ему вообще было похуй, он сорвал. Это было супер комбо. Так, на ласт фазе, когда босса переведем, мобы продолжат появляться. Нужно будет скидывать контроль. Выйдет первая пачка, я кидаю контроль печеньки. Выйдет вторая пачка, ой, я кидаю на первой пачке печеньки, со звездочки выходит, кидает кабаец. Не, не кабаец, гангрена кидает. Вот, это первая пачка. Вышла вторая пачка, с печеньки кидает кабаец, со звездочки Мутнерий просто ловишь его. Вот. А копателей разве не двое? Ну, я и говорю по два. Все, мы, блядь, больше не потянем. Выйдет третья, Валера, там, прожимай 50 на 50, кидай, блядь, фир, как можешь. На третьего покаяние пойдет. Да, кстати, кабаец скинешь покаяние со звездочки на третий, и Валера только у тебя. Че? Жаба работает на этих покаяниях? Нет, это нежить. Жаба не раба, они не жиги. Мытнерий, на третьей фазе делаешь довольно просто. Если что, хватаешь мобов, которые будут уже не в контроле. Таунтишь их, начинаешь бегать. Бегаешь, понятное дело, что не спиной для них. Если что, ведешь к ханту. Хант даст тебе ледяную трапу, орнешь ему. Блять, даст... они ускоряются мобы. Похуй, это хотя бы чуть-чуть до времени выиграет. Даст стан им на этой луже, они еще постоят стан. Короче говоря, ты стараешься их в случае чего, если что. СС мне скидывай, престол. Ну, я их могу отвести в одну сторону, потом на вмешательство влететь. В том и суть. Твоя задача будет на третьей фазе. Те, которые контроля нету, тех. Да. Ты... Да, максимально. Только тех, кто у кого нет контроля. Да, да, да. А ну бы я вывожу, нужу. Третью пачку по-любому тебе нужно будет забирать, некому больше ее контролить, нужно будет тебе ее забирать. А ну бы я вывожу на вторых жуках. Да, по бопам давайте распределим. Когда босс закопается, монки, ты сбиваешь сферы. Сбивай, ну, блядь, не очень много, максимум 4, не больше. Вот, босса отведут на первой сфере, когда он закопается, побежим, добьем мобов. И побежим к воде. Надеюсь, на РДД будет. Если не на РДД, ну, ломайте первую сферу. Побежали, когда первый раз, кидает первый боб Тираторка. Потом кидает второй боб Кабаец. И третий боб кидает Гангрен. По мобам к Скоробеям. Не нужно кидать мор, не нужно бурями ебашить, если их очень много рядом. Не нужно собрать много мобов, иначе они на вас настакают этот яд и вас ваншотнет потом. Лучше мы их потом сведем в танк, отдадим мастан и развалим, чем вы умрете на переходке. Да вроде все. Что по бафам смотрите? Так, а все это, лапа кончилась, да, у нас? Что кончилось? Лапа. Да, нет. Вроде. Дайте, пожалуйста. Это вы его, получается, будете первый раз убивать, да? Да. Я думаю, БЛ с пула сдать, какая разница, мы все равно, блядь, сдадим на переходку. Типа, что ебаться, да? Под прожимочки. Наверное, да. Под припотики, под все. Ты, кстати говоря, дай мне припотики мои обратно, раз они тебе не пригодились. Какие, блядь? Неделя несокрушимости. Эх, выпить хотел. Рядом. У Скоробеев, кстати, берса есть. Не знаю, почему ты эту самую. Ниже вырастают. У маленьких, которые на переходке. Да есть, есть, есть. Эти все дам. Они, по-моему, на обычке тоже есть. Да. Да, это и на обычке. Но просто у него скорость передвижения поднимает, все, больше нихуя. Не-не, он и про не маленьких имеет в виду на второй фазе. Я тебе про маленьких вот смотрю, блядь. Неуспримчив, восстанавливает здоровье на фулл, но неуспримчив к замедлению оглушения и скорость подвижения на 100. Дамаг не увеличивается. Просто надо быстро заливать. Не отхилиться, да. Так, ну все, там камни все взяли, все везде подошли. А где камни? Дайте я камни возьму. Вон на ласт фазе, шаман, шаман, на ласт фазе тебе нужно будет поставить тотем защиты от сил природы. Обязательно. Не во время нее, а вот прям перед ней. Все, все готово. Щабин скопирую. Что? Щабин скопирую. Нарывок. Скажешь, как готов будешь. Все. Сейчас вызываемся. Я помню, что было с пула. Все, Валера, давай отчет.
Он не прям с пола, секунды три подожду, пока адра наберет и упадет. Так, а кто бьет? Давай, Белл. А сфера кто бьет? Ну, сейчас будет. Хан бьет. Сейчас мобы выйдут, готовься. Мы на ревышли мобы. Забирай двоих. Блок прожал и подводишь. Не спиной. Ну ты подводи их прям налево. Я вас стан ты скинул. Я же тебя просил не скидывать. Валера, посмотришь за мобами. Дай стан. Все, минус. Сука, ну кому объясняю? 3 часа сидим перед этим ебучим боссом, блядь. Бейте, постараемся, посмотрим, что на нем, как бегаем, что. А чё, сфера у воды будет разбита? Блядь. Сейчас будет. Вторые мобы. Вторые. Один вообще закопался, моб. С первой пачки. Теневой. Это пизда. А, ну это который портанулся за спину и закопался, когда ему стан каст не сбил. Все, минус жбу. Умирайте. Не скидывай стан сразу же. Понял. А как вы тогда довели его-то до 30? Вообще на изи, блядь. Вот видишь, эти теневые удары не кинул. Он холи, как бы, поэтому. На мобах был я, а танчил он холи. Мне уже это было... Не, мы можем и поменяться, у тебя все равно мастан есть. Давай я, хорошо. Не проблема, не принципиально. Вот у тебя блока щитом нету, ты так хорошо не поддержишь. У меня есть талант и плюс мой блок щитом. Ну, как бы, ну, конечно, это там 100% не даст. Метнери, сядешь на босса тогда? А тебе в прошлый раз я хилил, по-моему, в гере, слышишь? Не, я хилил точно. По-моему, я хилил, потому что у меня спек. По-моему, переспекались. Тебе бы не доверили. Ой, блядь, заткнись, а. Не, так 25-ки было. Рыбу ставлю, кушайте. Все, Метнери, ты на боссе тогда сиди. Там будет время, кидай мастаны. Нет, Коба, когда будет... Ну, вторые жуков будем доливать, когда начнет отходить наш доблестный танк. Дай ему, пожалуйста, фридом, чтобы он спокойно выбежал. Он, мне кажется, не помогает фридом. Помогает. Там же область, а не на тебе. Помогает. Он дает невосприимчивость к эффектам замедления, в том числе и которые на полу. Ну, понятно. Все понятно. Да, вы смотрите, лужи, вы в них забегаете. Ой, блядь, извиняюсь. Они это... замедляет. То есть нужно, когда вам боб дали, не на 3 секундах, а лучше на 4 забежать. На пул в квадрат. Конечно же. По бафам. Я не буду дамажить, я подожду, когда шуки выйдут тогда на пулдам. Ты понимаешь, что тогда может танк не удержать? Да ничего, без врыва всех. Без пристабав. Пристабав. Окей, тогда вот сейчас Митни резно. Надо на пули. 3 минуты был. Давай подождем 2 минутки. Покурите там чаю, налейте, в туалет сходите. От тебя на пул вначале очень много дает. Интересно, насколько у вас ДПС вырос за 2% критического урона? Ну, у манки точно должен был вырасти. 100%. А вот у остальных, у него, блядь, 80% крита, ебать. Кабаец тоже крита дохуя. Ну, типа, грубо говоря, я даю почти метасокет. Это насколько далеко она дается, эта аура? Ну-ка. Где это? Хуета. Фидийская мощь. Блин, вообще не написано. Давай, беги от меня. Беги. Еще отбегай. Ну, короче говоря, можно не париться насчет ранжа, я понял. О, ебануть. Ну, короче говоря, в пределах этой комнаты я гарантированно даю. Понял. Можно мне не ебаться. У меня в чем плане заебись, у меня сейчас телепорт есть. Я вообще мобильный. Охуенная тема. И я ебал. Что на Джараксусе я ебать просто взял и портанулся. Что на червяка просто взял. Ой, у тебя телепорт.
что он на вальках, я просто хоп, и уже там... А, поэтому так исчезал, что ли, просто оказывался? Да, я просто... Я забыл про этот телепорт. Я просто взял и хоп, и там уже. Рейндж не такой большой, чуть меньше, чем чар Чувара, но все равно просто охуенно. КД минута как... Телепорт был, я только не помню, у кого, блядь. Чё говоришь? У кого такой же, помнишь, маленький телепорт был на офе? Я не помню просто. А, да. У Эльфа или что-то такое. Нет. Да, так, вот, все, Гера есть, но АФК проверяю. То ли, блядь, у шаманов это было. Я еще раз говорю, союзной расы, блядь. Тихо, гангрена, живой? Да, альянс. Что ты споришь со мной? Короче, один хуй, это имбище просто. Хуйня. Ждем гангрену. Пока вы, блядь, пока вы бежали до портала или до вулкана, я уже стоял и его пиздил. Валера, когда... Минута. Прикинь, весь рейд удара просто пробил портала. Да, за... Поверь, за бою можно спокойно использовать по 3-4 раза, это дохуя. Реально портал, минута, КД? Да. Сука, надо ридара делать. Я тебе о чем и говорю, это что в ПВП, что в ПВЕ машина. Я тут. Минута это дохуя. Еще раз нифига проверяю. Я думал, две, блядь, должно быть. Не, минута. Вообще было изначально 45 секунд. Вообще охуели, блядь, черт. Так, все, например. Все, Мейтнери, ты на боссе, Валера, ты ловишь моба, все как я задумал сделать. Тебе даже проще, Валера, будет ферять. Давай отсчет, Валера, поехали. Давай, Геру. Лужу уронили. Где мобы пошли? Я вижу. Они бегут еще. Саня, ты это видишь, да? Я встанем. Это ненадолго. Это похуй. Вера, собирай. Бейте мобов. Валера, каст. Ага, отлично. Ага, еще каст, блядь. Наебало немножко. Но я сбил каст. Спасибо. Короче, Мейтнери, если что, не сдавай волну вообще, пока я не скажу. Эй. Эти босса. Сейчас второй моб скоро пойдет готовиться. А еще это постоянная прожимка 5% урона. Просто охуенно. Мобы, 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 мобы. Я вижу, сейчас. Страшно, сука. Сводите в кучу. Босса, этого есть. 10. Отводи босса. Бейте мобов. Если что, точечный стан. Видите каст? Давайте точечный стан. Заливайте моба. Готовьтесь к воде. Забили, сразу к воде побежали. Скоробеев бьем. Монки, монки, беги к воде. Валера, дашь ему боб. А, следующая цель. Local man бежишь, Валера дашь ему. Никто не наступает на шипы, отбегите от них. Что вы делаете? Валера, не забыл болтать. Я вижу. Дал. Все, готовься. 4-3 секунды там забегай. Бейте мобов, но осторожно. Стойте в начале, ждите. Я собью сферу, когда он идет. Кабаец, беги сам на себя, дашь? Боб, отбежали от кабаец. А, следующая цель, Unholy Frenzy. Кабаец, дашь ему боб? Не на... Блять, ну зачем? Зачем? Между. Все хорошо, Боб. Зачем заводишь? Ты забегаешь, блять, ну я же сказал Боб. Ну потому что я думал, не успею. Блять. Там же все рассчитано. Следующее, гангрена, но он сейчас разломается. А, вышел босс, собирай босса. Жуков, сводим быстро. Заливаем, Жуков, Скоробеев. Заливайте, хуйня осталась. Подлейте масс. Еще мобы выйдут, Валера, готовься. Я в курсе. Вышли мобы, два с одной стороны. Хожу во сне, что-то далековато стал. Поближе к боссу станем. Все отлично, нормально. Заливайте мобов. Готовь мастан. Да. Я в курсе. О, мастан. Не надо. Пока что не надо. Бейте мобов. Дай. Отлично. А не сбивать эти мой, да? Нельзя? Сейчас можно просто так сбить, блядь. Без стана. Можно. Я сбил. Видите, босс. Нормально. Золото просто сбил и сбил. Да не, я не о том, я думал, в смысле, только станом можно. Не-не-не. Просто станом ешный. Можно сразу два сбить.
Сейчас новые, ну пошли новые уже. Я вижу. Забирай. Своди их кучу. Води босса. Води босса. Максимально далеко, как сможешь, води. Стан. А погружение было. Что-то у нас в начале нет ни одной сферы. Это они не летают, да? Ну, готовься, гангрена, как тебе нужно будет сдать. Боб. Не в воде, ни где сфера, что-то. А, это все две последние, ебать. А вон еще одна есть. Сейчас осторожно бегаем. Сколько у нас бобов есть? Один только. Анхоли, стой, жди боб, выйди, выйди. Ну, а он все уже. Выйди, дашь бобам, гангрена дашь ему. А у него КД какой, нельзя, забегай, забегай! В смысле, откуда у него КД? У него КД ему давали. Что ему давали, я не понимаю. Боб. А, все, на нем дебаф. Опять на Анхоли. Анхоли бегает. Заводи, беги, заводи, че ты умрешь? Все, ну, насколько смог, на пока. Бегите, монка. Кинешь гангрена? Лучше чуть заранее кинь. И все остальные очень далеко, на звездочку бегите. Кидай бо. А что, не было бо? Я не достал. Монки, ну сильно далеко убежал, наверное. Ну, без данных. Падайте. Тут... Ну, тоже смотрите за палами. Вы понимаете, что вы там, конечно, вы там закайтили, забежали за эту ебаную сферу, красиво все сделали. Но пал хил, он не может к вам бежать ради того, чтобы вам боб дать. Не, может. Кидайте лучше чуть заранее, если вы сомневаетесь, что вы там не достанете, не успеете. Нет, трай хороший был. Трай нормально вообще был, отлично. Как же заебато с телепортом. Че, довели до 30? Нет, это... вот на перекопке. 47%. У нас ровно сфер, блядь, хватает с бопами на то, чтобы мы его переводили. Так что не тупите со сферками. На миду лишнюю кто сломал? Не знаю. Не ломайте лишние, я буду по одной их ронять и все. Мы тебе не доверяем. И также на старте второй вот тоже, вторую сферу тоже уронили. Тут остается только доверять. Если тебе скажут, что тебе будет боб, ты одну тычку в случае...